Доброе утро, дорогие мои! Как ваше настроение? Кофе выпили? Мы тоже выпили. Кушайте, пейте на здоровенько. Я почему каждый раз с вами кофе не пью, чтобы вы не делили характер? А то это как робот. Утром встали, только кофе пьем и до свидания. Поэтому мы уже кофе выпили, а теперь готовим. Сегодня мои дети захотели харису. Я говорю, еще не так уж холодно харису, но хариса это такой вкуснятина, что можно и на холод, и на жару кушать. Курица достала из морозильника, не бегала в магазин, ничего не купила. Всегда покупаю, у меня в морозильнике всегда остается. А это у нас армянский новый завар. Ну, пшеница такой, чищена без шкуры. Смотрите, какая крупненькая, беленькая, из Армении. Опять, то, что я такие необычные вещи беру, только из Армении, потому что я такое... То, что я хочу, здесь не найду. Вот подождем, чуть-чуть они потают. Сделаем хариса. Готовьтесь, с любовью у всех получится. В мире нет такой человек, если что-то захотела, и у нее не получилось. Главное захотеть. И делать самое главное. С любовью, дорогие мои. Без зубы. Лена пришла, бабушке фрукты принесла. Смотри, хотела пойти фрукты купить. Дочка пришла, все. Я не выхожу сегодня из дома. Буду грызть вот этот нахагин, колхоз здесь нахагин. А там зубы выходят, чешет. Таши, кара, таши. Ала. Что ты хочешь? На. Что ты хочешь? На. Вот и не мирню, то хмурая мешортна. Вай, ла-ла-ла-ла. Вай, мир-мир-мир-мир. И вот отрезла, он прилег отдохнуть. Устал. Вай. Говорит, я спать хочу. Да, ты не мирни. Да, ты. Да, он выключался в машине. На. И терпит, да, не плачет. Да, это не ребенок, я не знаю, что это Бог мне дал. Я не знаю, это Лена моя, детство, да, вот спокойно. Лена у меня вырос, я даже не заметила, уже 24 года уже отдала Артуру. То класс. Да, не заметила, чешет зубы. Уже 5, Лена, или 6? Лен, сколько? Кому? Да, великов. 6 месяцев. Вот, 6 и зубы уже. Уже зубы чешет. Бабушки хотят грызть. Да-да-да-да-да-да-да, там эта тряпка у тебя, это одежда ты грызешь. На, ручки тебе, это же мясо. На. Какой белый. Марьян, тебя посвятили в первокласснице? Поздравляем, дочечка, поздравляем. Сегодня посвящение первоклассники. Желаю вам всем-всем хорошей удачи. Пятерку бабушки всегда носили. И чтобы всегда был мир по всему миру. Чтобы наши дети ходили в школу спокойно и с улыбками. Да, Марьяшка? Да. Поздравляем всем первоклассникам, дорогие мои. Куда? Марьяна! Всем! Вот смотрите, у меня чистое мясо уже разложила. Сколько могла, шкура убрала. Но шкурам чуть-чуть еще немножко жирный кус. Помыла мою пшеницу. Этот завар называется. Везде это армянская пшеница, которой шкура снята. Чищенная пшеница. Надо было делать на медленный огонь до конца. Вставляем обязательно железку, дорогие мои. Вставляю. Смотрите, мясо не трогаем до конца, пока она не сварится. Здесь сколько килограмм, Света? Я на глаз все делаю. Смотри, здесь 1,5 у меня курица, и вот эта полная чашечка на глаз. Вот так сыплю, смотрите. Разложила руками. Так, воду наливаем. Наливаем воду и не трогаем до конца. Я сейчас полный буду наливать водичка. Вот, смотрите, пошла. Видите? Вставляю на огонь, но не трогаю. Добавляю водичка до вот сюда. Крышка закрываем. Если я оставляю вечером, значит до утра. Если сейчас обед, значит до вечера. Не трогаем до конца, пока она не сварится. Вот она как сварится, потом я еще раз покажу. Закрываем полностью. Проверяем на медленный огонь. И
Все, ждем, дорогие мои. Самое главное здесь, чтобы не трогать, не вмешать, даже открываешь ложки туда, чтобы не перекоснулось. Все, как есть, оставляем, как есть. А что еще самое главное? Оставляем любовь там. Готовим с любовью, дорогие мои. Посмотрим, какая вкуснятина получится. Уже вечер. Боже мой, как хаш. Вы посмотрите, как она варится. Но это еще не все. Еще чашек подождем и будем мешать. Пока не трогаем. Вы посмотрите, какая красота. Как хаш. Но это хариса. Вот так вот. Еще часик и выключим. Вот так теперь посолим и оставляем. Чуть-чуть остынет. Буду мешать. Выключили. Все. Сейчас даем немножко остыть и будем кости разбирать. Сейчас буду мешать. Уже выключила. Уже можно тронуть. Вот. Вот видишь, как свет? Видишь? Угу. Вот так размешаю. Кости все снимаю. Немножко сейчас остынет. Она будет шикарно. Таит во рту. Но сейчас кости сами отделяются. Видите? Уже вмешаю. Она еще будет плотненькой. Я сильно плотный не люблю. Сейчас увидите, как она, кость отличается. Видишь? Видишь, как они отличаются? Даже руки туда не перекасались. Видите, какая красота у меня получилась. Кости все снимали. Вот такая каша шикарная получилась. Ну, конечно, у меня уже слюни потекли. Готовим с любовью, дорогие мои.